Итак, всем привет, с вами снова я, Зазепа. Начинаем опять каточку, не знаю, какая там каточка начнется, но посмотрим. Это все те люди, которые у нас были из предыдущей команды. Пофармимся немного, пофанимся. Так, мне вот интересно... Ну ладно, музыку потише мы уже не сделаем. Просто не хочу, чтобы у меня авторское право тут... Пиндюрили. По самой не могу. Такая разминочка. О, пистолет. Держать, поразмять. О, слушайте, здесь можно выживать. Это нормальная когтишка, я вам скажу. Берем базуку нашу. Только, по-моему, на ней я не играл еще. Ну, здесь хотя бы есть где прятаться. Это уже радует. Вот так как-то было незачетно, а здесь вообще... Вообще класс просто. Так. Они будут оттуда? Слушай, чувак. Хотя, блин, тебя оттуда вертолет достанет. Это не есть very good. Что за дед стонет? Пута. А, мексикос. Уже погиб? Ты, мать его, серьезно? Погиб? Ой. Ну ладно. Прокачали мы немножко стрельбу. Это, кстати, предпоследнее. Сейчас вообще будем раздавать налево и направо только в путь. Так, надо нам сбегать броник подобрать. Блин, чувак, 17. По красоте вообще. А, давайте хотя бы за УЗИхой. А у нас фулл эмо на УЗИхе. Ладно, не проблема. Сходим сюда. Пойдем здесь. Ну, какой классный контейнер, а? Я мне вообще по душе. Ёпты-палы. А что там, труп, что ли? Ладно. Походу, хватило. Приятель. Не лагай так. Больше никогда. О! Ребята. Добрый день. Куда же вы все прете? Да. С удовольствием. Так, вторая волна пройдена. Здесь у нас сейчас результат будет получше. Ну, десяточка. Десяточка. Весьма неплохо. Давайте сменим оружие. Пожалуй, на МП-5. Нам бы сейчас было бы здорово хильнуться. Хильнулись, подобрали броник. Вот теперь ждем иностранных гостей. Еще, короче, в этом контейнере будем прятаться. Уже скоро пойдет разнос. Так. Еще минус один. Фига себе, кровяка полилась. Так, у нас один уже погиб. Да что такое он, что, гранаты, что ли, кидает там? Фосфорные. Не, надо отсюда сваливать. А какие-то зажигательные, это, походу... Ракетница просто. Извини, приятель. Я не хотел. Так, где-то там еще были. Господа, это хорошие. Последний. Это только третья волна. Не,
дотягиваем пока на первое место. Ладно. Переживем как-нибудь. Базука. Базука это хорошо, и можно вертолеты сбивать. Пока возьмем МП-5, конечно же. Ладно, допустим. Допустим так. Так, вертолет надо сбить. Да шо ж ты, блин, делаешь, кривая курва ты? Ненавижу РПГ, это косой. И, наверное, хорошо этим РПГ только пехоту какую-то сбивать. Сидит там все в ящике. Чувак, тебя сейчас оттуда вертолет выкурит, блин. Ладно, походу мы тут долго не продержимся. Нужно играть на старых картах. Давай, рыжий. Я же говорил, сейчас вертолет его достанет. Еще и сзади стреляет пацан. Ой. Ну что, сидит хилится, что ли? Я не пойму. Неплохо. Лучше бы тебе так не вылазить. Подбежал такой шотганом. Дядя. Давай, 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 давай. Не-не-не, не гранаты, вот так вот, вот просто. Ага. Да, ты в сторону начал стрелять. Понятно. Теперь последнее дело, осталось вертолет снять. Хилился. Не, чувак, не РПГ, блин. Ты же говорил. Своё дерьмо. Одного снял. Буду стрелка. Не, ну он, конечно, его собьет, но... Он сейчас сдохнет, блин, реально. По ХП. Давай, приятель, хилься. Мы должны эту серию записать подольше, чем предыдущую. Победа, да? Отлично. Зачет ему. А здесь уже свечерело. Берем столов немного. Я смотрю, ему броник не нужен. А, сделаем кому такой вид. Я не знаю, как нам это поможет. Да ладно, блядь. Не, надо завязывать с этим. Тогда не на выживание, надо пойти волны поделать. В смысле, блин. Чё, дать.
Для прохождения чего-нибудь, вот. Пенебрут со всех сторон, непонятно вообще. Я не хочу выйти. Эй, сиди дальше в своем ящике. А, ясно. Ну, то было везением. Ладно. Сейчас посмотрим, сколько нам дадут. 4 штуки. Тоже неплохо. А на этом, пожалуй, закончим. С вами был Зазепа. Подписываемся на канал обязательно. Ставим лайки и пока.